Ну, этими подгонками потом будем заниматься. Сейчас там главное оставить правильно все. Так, там я выделил. Нет, еще вот так надо выделить. И потянуть. G. Вернее, теперь E. E. Еще раз E. Дело растянуть. Крепилку брать. Вот так. Да? Да, примерно так. Так, я смотрю, он у меня высокий вообще-то. Здесь в траве лапы. Поэтому как бы я сейчас выдвину еще раз Е. А тут потяну ее сюда. Пока грубо так. Угу. Хорошо, вот и сделали. Ну, может быть, слишком я высоким его сделал. Не знаю, сейчас посмотрим. Ну, это потом, ребят, подгонка, это вся. Это я потом буду делать уже. Ну-ка, наверх. Да, вот такой мне салак, все правильно. Тут, естественно, мы можем закрыть потом все. То есть, если мы вот так встанем, скажем, тынц, 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 F, тынц, 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 тынц. Ну и здесь, естественно. F. А эту потянем, наверное. И эту. Нет, они вот так растут. Так что это мы оставим. Потом, когда здесь у нас надо будет сжать, конечно, эти S по Y. Так, здесь шерсть у него. Так, вот растет, да? Но тут мы ее подожмем потом. Это не страшно. Так. Рекс, ты некрасивый здесь получаешься. Ты мне извини, конечно, но какой-то ты мордастый сильно. Ладно, это потом. Сейчас нам надо сделать эти. Все равно силуэт он напоминает кот какой. Махнорылый. Все равно силуэт он напоминает моего собакина. Так, тут тоже опустить. Есть. Ну, это мы подожмем потом. Нам надо ногу главное сейчас сделать, а потом уже все подгонять. Смотрим. Так, тут все понятно. Вот здесь. Как здесь быть? Как быть здесь? Ясно, что мы можем вот этот потянуть вот сюда. Этот потянуть сюда. Этот сюда.
Этот сюда. Такой зад вырисовать ему. Иди сюда, я посмотрю на твою задницу. Похож, не похож. Так. Ну, вроде бы когда. А эти у нас, надо же было их тоже кинуть, в конце концов. Что же за беда такая? Вот так. Так, ну а теперь давайте возьмем эти лапы. Так. Подтянем ее. Е. С. Джи. Так, хорошо, отлично. Единственное, что мне надо сказать, С, Z, 0. Вот так, выправить их. Так, я вижу, что там у меня ошибочка идет уже. Ошибка заключается в том, что у него это пух, а нога у него идет вот сюда. Поэтому вот эти две мы с вами должны. А, он еще и вот так сделался. А что такое, зараза? Ну ладно, вот так. Тут бы надо еще, честно говоря. Ну да, ладно, мы сейчас сделаем все. Но надо отсюда взглянуть, что здесь творится. Здесь все творится вроде бы нормально, но не совсем. Поэтому мы сейчас подровняем все эти дела. Да, и еще раз выровняем это все. Вы знаете, как это S, Z и 0. Вот оно встало ровно. Отлично. Тут мы можем еще один потом провести, да и все. Кукуча-бука. Но все равно напоминает немножко моего Собакевича. Так, мне кажется, вот эта лишняя здесь как-то она оказалась. Нет? Давайте ее уберем. Это вот лишняя. И вот здесь тогда этот. А тут нам нужно будет провести вот сюда. Хорошо. Раз, два, три, четыре. А здесь 5 получается, да? Это нехорошо. Это не есть хорошо. Ну, справимся как-нибудь. Я к тому, что можно всегда сделать здесь. Пусть один какой-то треугольник будет не страшно, особенно в холке, если он будет. Пока. Так, так. Вот так и так. Вот так. Все. Вот так. Так нам легче будет с ним работать. Ну, вернемся к ногам. Тянем, потянем, спереди и тянем, Е. Уменьшаем. Двигаем, двигаем. Так, еще раз теперь, Е. Еще раз уменьшаем. И двигаем. Теперь уже вот сюда. Так, смотрим. Мне кажется, надо еще эту поднять.
лапу поднять и лапу выдвинуть. Нет, 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 ее надо двинуть сюда. Так, и вот это уже потянуть сюда. Кстати, задние ноги у них тоньше, чем передние, чтобы вы знали, на всякий случай. Вот так. Пока так. Так, что у нас тут? Хвостяр остался. Ну, такое пушистое не смогу тебе сделать. Извини, собакин, это не в моих силах. Ну вот так где-то, ребята, убираем. Вот стоит собака наш, лучше на льва похож. Ну остался хвост, потом вот эти вещи расширить тут немножко надо будет, не без того. Ну это я вот сейчас начну без вас, потому что это долгий период, где что двигать. Вы должны сами определяться. Тут я вам могу подсказывать, но это долгий момент. Представьте, я буду двигать это все. Мне же надо будет вас развлекать тогда. То есть вы берете, по сути дела, G, Y. И формируйте ему бока. Формируйте. Видите, вот тут у нас ушли бока. Ну, может так быть. G, опять Y. Если эту потянули, то эту надо потянуть. G, Y. И так потихоньку придавая собаке ее форму. Убеждаемся, что задница шире, чем перед. Поэтому берем здесь и раздвигаем еще анжи. Так вот. Процесс этот длительный, немножко утомительный. Но после того, как мы это сделаем, будет смотреться нормально собака. Здесь можно его немножко добавить мощи. Хороший, мощный собак. То есть вы, ребят, меня простите, да, что я вас сейчас отключу. Начну собаку выглаживать тут всякое разное. Где мой референс? А, завалился спать референс. Ну ладно, спи. Не буду я тебя трогать. Без тебя справлюсь. Я и так тебя знаю. Ну и лапы, наверное, надо будет расставить все-таки. Задние. Это я сейчас сделаю, выделив все, раздвину просто-напросто и все дела. То есть вы понимаете, что я возьму вот эти точки, все.
Ну, еще лучше, если я включу вот это, возьму вот этот кружочек и им еще добавлю все. Так, и потяну. Тоже будет по игреку. Вот так. Ну, а там дальше уже смотреть будем. Да? Угу. Видим, что вот эти не потянулись следом. Это не есть хорошо. Но у нас для этого есть средства. Так. Которые мы можем использовать. О! Это что такое? Я не понял сейчас, что было. Я просто хотел вот это и это потянуть. G по Y. Вот так. И все. Больше ничего не хотел. Угу. Ну все, выключаю вас пока. Потом покажу уже, где я что надвигал. Уже вам будет легче смотреть. Хорошо? 16 минут уже. Ну вот, в принципе, почти все. Остались уши. Пока я думаю над ушами и хвост. Ну, единственное, что хвост у нас будет, конечно... Так, ну-ка. Если возьму К, проведу вот тут и вот сюда. Все, больше мне не надо. Так. Далее не забывайте, что у нас она еще не склеенная, поэтому прежде чем склеивать, надо с ушами разобраться. Ну, сейчас я это сделаю. То есть я хочу сделать так, что я сейчас возьму вот так. И скажу Е. Так. Далее. Надо сделать их похожими на собачьи ушки-то. То есть вот здесь еще раз Е. И на нет. Ну, немножко у нее пошикарнее уши, конечно, сейчас сделаем. Вот, да, так вот. Так, и сейчас мы поправим твои ухи. Касательно. Так. Они у него в этом месте пошире будут. То есть это надо двигать. G по X. Вот так, допустим, да? А тут они у него немножко выдвигаются. Вот так вот. G по Y. Вот так. А здесь наоборот. Они как бы немножко сужаются. G по Y. Так, ну-ка. Да, но по сравнению все равно с головой маленькие ухи. Нам придется это дело еще увеличить. Ну-ка давайте S так сделаем и опустим вниз. Хотя, когда он их настораживает, то они именно такие. О, пускай там такие, нет, все-таки ниже черепа они. Хотя я уже не помню. Так, собакин. А, вот G. G, вот эта часть. Вот это ребро, мне кажется, надо опустить немножко. Запараллелить его G вниз. Да, вот так. А здесь слишком мы сделали. Вот так. Вот. Вот теперь верно.
Но вот эта часть должна пойти вниз. По наитию чувствую, что она должна пойти вниз. Вот так. Теперь этот вниз. Так. Ну, получается неплохой собаки почти как мы. Да. Можно еще вот это немножечко подвигать. По иксу. Вот так. Делать большие ушки. Не большие. Ну, не совсем, но более-менее. А S наоборот сдвинуть. И тут тоже. Угу. Ты не очень похож, Рекс, на себя. Потому что не надо будет тут вот править. И как бы нос у тебя слишком такой острый. На самом деле он у тебя не острый. Так, ну что делать-то тогда? Разрезать? Давайте разрежем. Давайте разрежем. Вот это тут Ctrl-R, если поставить. Ох, он по всей пойдет. Мне бы не хотелось это. То есть тогда я просто возьму сейчас К. Тут вот так, так и вот так. Вот так. Вот. Он тут стал сразу же некрасивый из-за вот этого треугольника. Сейчас. Так вот. Хотя все нормально. Так, и сейчас немножечко G. Затупим себя. Вот. Все, теперь ты вылитый Рекс. Здоровый такой, пушистый. Вот пушистый. Ну, на Диком Западе должны быть большие собаки, толстые такие. Так, что у нас происходит? 22-39. Последнее, что нам надо будет сделать, это вам сказать сейчас. Ну, в принципе, он готов, видите. Хороший собак получился. Нам надо сказать, что мы довольны этим. Play. И дальше уже пойти в edit моду. То есть брать вот этот. Сначала этот и этот. Мы видим, они ушли. Дальше говорим. M. Центр. Есть. Вот теперь вот этот и этот мы соединяем. F. Так, здесь то же самое. F. И F. Как бы вот это только один слишком плоско, мне кажется. Вот это. И вот такой, чтобы вот эти удалил. Не удалил, а сдвинул вот сюда. А центр оставил грудь вперед. Да? Давайте так и сделаем. Вот так. То же самое здесь. Раз мы уже убрали отсюда. Так. Ну и осталось здесь закончить тоже. То есть тут понятно, что мы сейчас сделаем так, что B. Опа. Смотри, сколько он тут выбрал сразу. М. Центр. Ну, вот так пройдем по всей, где у нас могут быть такие нюансы. Хорошо? 24. Ну, и вот последнее, к чему приступаем, это мы сейчас будем хвостик делать. Так, как у тебя там хвост выглядит? Он тебе не отсюда растет. Ха-ха-ха. Здрасте.
У тебя прямо вот отсюда растет. Приятно думать и знать. Так. Значит, он вот отсюда должен вырасти у нас, по идее. Да. Так, если мы скажем и, сделаем вот так, и потянем его теперь. А, нет, е. Не-не-не-не. Е. Так. Видим ножичком мы тогда поработаем здесь с хвостом. Раз уж он отсюда растет. Собаки, ну я не знал. Я думал, у тебя прямо над жопой растет. А так вот как решил свою проблему. Ну ладно. Решил так, значит так. Вот здесь тоже потянем. Так, а этот вот сюда. Пошли дальше, хвостяра. Е. Ну, пушистый у него. Так, и его пушистый. Угу. Здесь придется сжать немножко. Это слишком толсто. Как проба. Так, дальше Е. Опять сдвигаем. Так, почему бы нам, допустим, не выправить сразу вот эту? Оп. Вот я имею в виду вот эту вот. Почему бы нам не выправить эти дела все? Скажем, S по Y. S по Y. Да. S, Z и 0. Вот. Угу. Ну и давайте дальше еще. Так, ну большой у него хвост, что сделаешь? И вот так, опять, оп, не-не-не, два раза не надо, е. Так вот, и теперь сожмем, сделаем R. Тут я чувствую, мы переборщили явно. Мы тебе сделали огромную трубу вместо хвоста, мы тебе затрубили такую, что давай поменьше. Е. Давай сужать. Еще раз. Е. Сузим. Сдвинем. Повернем. Так. Ну, так уже более-менее. И дальше Е. Сузим. Сдвинем. Даже поворот ничего не надо. А теперь он как бы маленький. Рекс, я тебя обидел. Ну, ничего, сейчас поправим. Б.
Это вот. Мы сейчас ее раздвинем. Потянем вверх. Повернем. И R, скажем. Ну, остальное мы тут уже все поправим. То есть будем брать вот эти, двигать их. Так, все нормально. Единственное, что нам придется вот это все сузить. Очень сильно причем. Так, давайте S. Ну, теперь нормально. Если видим, что оно уж слишком пушистое, мы пушистое можем сдвинуть. Чуть-чуть. Вот это возьмем и скажем S. Так, то же самое здесь. S. То же самое здесь. Смотрим сбоку. Еще немножечко поработаем. Здесь. Подвинем тоже. Ну, такая движушка. Ничего сделаешь. Мы берем. И двигаем. Так, если довольны этим всем, то можем пойти вот сюда. Этот. Схлопнуть, сказать, что у нас M. Коллапс. Вот так. Такой коллапс, вот такой собачий хвост. Ну что, хороший хвостик. Единственное, что вот этот и этот надо сжинать, чтобы оно соединилось, и тогда все будет правильно. На лбу звезда горит, М-центр, то же самое здесь. М. Центр. Угу. Вот это с этим соединим. G. Вот так. И вот это вперед маленькое ребро. Ну, вот эту точку тоже поднимем чуть-чуть, а эти наоборот две опустим. Ну, вот и все, ребята. Такой получился собакин. Мне нравится. Немножко похож на моего даже получился. Отлично. Так, ну а теперь вам спокойной ночи. Я посмотрю, может быть, еще что-то подделаю. А может, ничего не буду делать. Он и так мне нравится. Всего доброго. Пока.